Надо придавать глупости значение. Ваша проблема заключается в том, что вы себя хотите сделать умнее, чем есть на самом деле. Вот психанула, ну и скажите, психанула, и возвращайтесь, и все. И так каждый человек должен жить. Вот если я психану, я подхожу к жене и говорю, прости, я психанул. И она говорит, хорошо, ты прощай. Ну не сразу. Не раз пять надо сказать, и тогда она прощает. Нормально, что, пять раз в жизни длинная, можно пять раз сказать. Главное не придавать значения своей глупости. Вы сделали глупость, и теперь из этого пытаетесь сделать умность какую-то. Рассуждаете, почему вы так себя повели. Да устали просто от отношений, все, он как бы замучил своей любовью, ну, психануло. Ничего, бывает такое, ничего страшного. Вот когда вы с ним будете сейчас общаться, старайтесь чуть-чуть на дистанции, потому что он вас сжигает своими чувствами. Вы не выдержите его, вот эта любовь, вера называется. Но он же любит, классный человек. Вы хотели, чтобы вас человек любил? Вспомните. Бог вам дал такого человека. Вы даже ему говорили, вот я согласна жить только с тем, кто меня сильно любит. Вот сильно любит. И что? Не выдерживайте, правда? Тяжело. Дистанция чуть-чуть. Устали. Чувствуете, устаете от человека. Побыть одной. И твердо сказать ему, я хочу побыть одной. Все, неважно, что он ответит. Сказала, побыла одной, опять вернулась. Есть силы общаться, все настынет, потихоньку придет в себя. Успокоится со временем. И все будет хорошо.